Уютный двор по адресу переулок 1 мая находится в самом центре города. От одного из градообразующих предприятий областного центра Брест-газоаппараты жильцов отделяют всего пара метров. Здесь тихо, уютно и красиво. Правда, как делится, с нами старожилы два раз, дорогами все было не столь однозначно. Здесь были плиты, лежали. Там арматура с них повылазила. И уже обращались в домоуправление. Вот сейчас время наступило, они сказали, деньги будут, мы все сделаем. И вот деньги у них появились, и они их взяли за ремонт нашего двора. Конечно, довольны. Все и жители все довольны, когда порядок приводят в двор. Здесь можно зайти, посидеть, зелень есть. Ну, все есть, все условия. Машины ездят, ставят, сделали. Он сейчас стоянку строят для машин, для частных. То тоже хорошо людям, где машину поставить. Конечно, ремонтные работы, а вместе с этим и шум техники немного досаждают, но жители двора готовы потерпеть. Тем более, что за два дня специалистами Брестского ДЭП уже было выполнено немало. Было выполнено снятие старого асфальтобетонного покрытия и выполнено пока устройство основания для того, чтобы укладывать асфальтобетон. Сегодня, как вы видите, уже начинаем производить работы по укладке асфальтобетона. Должны сегодня завершить. Завтра предвидится у нас еще замена, ремонт тротуара на данной дворовой территории. Двор небольшой, всего 65 метров, но быстро провести здесь ремонтные работы не получится. Узкие проезды доставляют неудобств. Правда, сделать быстро для специалистов Брестского ДЭП не главное. Все они нацелены на результаты, а значит, качество превыше всего. И этого принципа они придерживаются во всем. Ирина Левчук, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.